друзья, мы находимся в городе Таллин. Как зовут тебя? Меня зовут Марис. Марис, Анзор, очень приятно. Сейчас будем закидывать штучки. Ага. Ты, наверное, профессионал уже здесь. Ни одного. О. Ура! Да. Да, вот такая вот закидушка. Вот. Здесь. Ага. Это шнапскипка и средневековая копейка. Ничего себе. Это шнапскипка работает в Вольдеганце, в Клэс и в Вестерторе. То есть, что я с ней могу делать? Кушать ты здесь в Вольдеганце, с этого маленькая шнапска. Ага. Да. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, мой. Вот такие вот закидушки. Ливон. Видать, раньше ливоны здесь были деньги, ливоники. Что это за монету тебе дали? Ливон какой-то. Магистр. Ливонский. Может, за монету купить? Ливонский магистр. Что туда могу? Что-то могу взять или купить, или взять, или... Монета... Монетный двор какой-то. So called Acris of Tallinn. В общем, была 1390 год такая монета. Ну, естественно, не оригинал. Ага. Тысячу каком? 300? 390. 390, ничего себе. Это монета, вот, это монета примета любезного друга Олда Ханса. Ага. Ее обладатель обретет больше, чем он смелит ожидать. Смелит ожидать. Если хочешь познать больше, поспрашай у служащего у ресторана. Поспрашай. Ну все, мы уже здесь все, что можно, поспрашали. Поэтому пойдем дальше. Друзья, находимся в городе Таллин. Эстония, смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.